приехал разобраться в ситуации. Ну, данный момент я пока разумею. Я вижу, люди свободно заходят, свободно выходят. Вот такие подарки в понедельник раздавали в одном из районов Одессы. Виктор, кодовое слово в кроссворде, который предлагали разгадать горожанам, давало право получить коробочку с наклейкой названия благотворительного фонда Виктора Баранского. Одесситы считают налицо подкуп избирателей. Я стою здесь на протяжении полутора часа. Зашло примерно 150 человек туда. Вот. Причем проводится это только в Киевской, только в Киевском районе. Вот. То есть это никакая не благотворительная помощь, это целенаправленный подкуп избирателей. Наша позиция, как бы, ну, конкретно даже нашей организации, в том, что не должны те люди, которые идут в депутаты Верховной Рады, покупать голоса. Они их должны заслуженно получить и приходить не грабить дальше государство, а уже выполнять ту работу, которую должны выполнять депутаты Верховной Рады. Люди, выдающие подарки, также подтверждают, чтобы получить коробочку с наклейкой благотворительного фонда, необходимо оставить свои паспортные данные. Газету и паспорт, чтобы, ну, вот, чтобы личность идентифицировать. Номер телефона, адрес обязательно. Это же, вы понимаете, это самая обычная информация. Здесь переучет всех людей. Для предотвращения подкупа избирателей, рассказывают активисты, они вызвали полицию. И теперь в ситуации с раздачей подарков в одном отдельно взятом районе города под видом благотворительной акции будут разбираться правоохранительные органы, подчеркивают одесситы. А мы продолжим пристально следить за ходом предвыборной кампании.